Всем привет, дорогие друзья, с вами Лего, и сегодня мы будем использовать посох Мороза на нашего слепого зомби. Ну что, приятного просмотра, погнали, сейчас будет у нас весело, посмотрим, как он будет бить критом. Простой удар 3, критом 10, когда если он ничего не сделал, да? Поехали. И сейчас мы идем его ушатывать. Раз, два, три, четыре, по 12 бьет, по идее. Ну, я думаю, что неплохо. Давайте покушаем, покушаем. Вспомним, как его убивать. В принципе, ничего тяжелого нету. И он меня чуть не убил, да? 37. 37. 37, ребята. Я думаю, что это нормально, да? Единственное, что у меня хила может не хватить. А в остальном неплохо. 37. 37, 12. Слушай, неплохо на самом деле. Эй, ты что там, похавать решил? Ну-ка, разостопы. Раз, два, три, четыре, пять. Побежали. Раз, два, три, четыре. Эй, хватит меня бить. В принципе, неплохо, по 37 с крита лупит. Круто же? Я думаю, что очень даже круто. И нам его бы хватило 2, по идее. Поэтому я могу херачить по нему. Ну-ка, на, держи. Ты что-то опасный какой-то, да? 37, 37, 37, 37. Этот посох нереально крутой. Он по 37 жарит. На, держи на 10. Раз, два, три, четыре. Братан, стопэ. Ты чё злишься-то? Это реально крутой посох. По 3 ему побью. Ничего страшного. Я сейчас посох отъедет. Я что, с одного посоха его практически ушатаю? Раз, два, три, четыре, пять. Два, три, четыре, пять. Побежали туда. Раз, два, три, четыре. Не, ну слушай, вообще хорошо, да? Сейчас похиляемся. Сейчас я отойду, соединю. Да это какой-то изи посох на самом деле. Он вообще в шоке на самом деле. По 10 бьет. Прикиньте. Прощай. Прощай, мой слепой зомби. Бадыщ. Пожалуйста, дай мне эту штуку. Не дает. Ну что ж ты мне не даешь-то эту штучку-то, а? Это мне не надо. Вот так вот, в принципе, за один посох все это у нас, ребят, делается. За один посох мы ушатали нашего слепого зомби. На самом деле, я что-то переборщил, посохов Мороза взял много, я практически там кучу ресурсов потратил, также закинул туда топливо, и что-то я его вообще за 3 минуты убил, даже не ожидал, что настолько быстро он вообще отъехал люто. Это же идеальная штука для фарма слепого зомби, вот это морозное. Одну берешь и захерачил зомби, одну берешь и захерачил зомби. Интересно. А в следующем ролике сможем ли мы убить Громилу при помощи этого посоха? Я думаю, мы, конечно же, попробуем, но у нас не хватит хила. В принципе, зачем нам это делать, когда я уже показывал, как легко его тормозить и убить. Ну что, ребята, поехали. Попробуем придумать еще какой-то ролик по Ласдею. Ребят, также пишите, что вы думаете по игре Last Dinner Survival. Какие ролики снимать и что бы вы хотели видеть. Ну что, ребят, с вами был Лего. Всем пока-пока.